that's what I need. I hope you'll stop me before I build a wall around me. We need a forest fire. 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 Your name, caution, so now can I be paid with something?
Разбег. Человек летит в воздухе, как птица. Вместе с птицами. Человек и птица. Thank you.
свободное время, не отрываясь, смотрела в иллюминатор. Смотрела на темное, какое-то бархатное небо, на удивительно близкие яркие звезды. И больше всего, конечно, на родную Землю. С борта космического корабля она просматривается от края до края. Thank you.
Thank you.
love, my only love. Darling, I feel you under my body. Only love, my only love. Oh, give me shelter, oh, show me heart. Come on, love, come on, love. Oh, watch me fall apart, watch me fall apart. Oh, watch me fall apart, watch me fall apart. Watch me fall apart. Show me heart and watch me fall apart, watch me fall apart. Проснуться, мы никогда не уснем. Метели, чей воздух легок и тих, и зазвенят свиристели, как ледяная вода. Затем, что мы не допели, мой милый, что не узнаешь из книг, я обещаю вернуться в наше личное никогда. Не осенняя дремота над чеканным перелетом. То за нами сны приходят, сны выходят на охоту. Для медведя, для разлуки есть у них тугие луки и гарпун для белой ночи белого кита. Так дай же мне воздух, я стану тебе крылом. Я дам тебе бурю и, может быть, даже грозу. Твое время течет за мной, как расплавленное стекло. Мои сны о тебе далеко остались внизу. И перед тем, как очнуться, смотри с твоего корабля. Крысой прыгая страх, почти не касаясь бортов. Дай же мне воздух, я стану тебе крылом.
Thank you.
Ведь история этого вида на Земле – это одна секунда по сравнению с многими другими, такими как вирусы, микробы, некоторые растения. Жизнь человечества этого вида – одно мгновение. И хотелось бы, чтобы человечество не сделало сегодняшний такой ошибочный шаг и ликвидировало свой вид. Один из вызовов современности – это информационная система. Оно как бы незаметно и неощутимо для нас. Сегодня мы все увлекаемся компьютерами, и мы в течение нескольких часов работы с компьютером получаем информацию, которую раньше великие ученые не могли получить за всю свою жизнь. Мы живем в новой среде, информационной среде. И вот эта информационная среда преобразовывает нашу сущность. Когда человек входит в информационное пространство, информация, которую он получает, размывает какие-то традиции, этнические, культурные, национальные, религиозные, в конце концов. Человек одновременно в интернете существует во всех культурах. Он постигает эту информацию, и в душе у него размываются вот эти ценности. И размывая эти ценности, человек вступает в состояние глубокой индивидуальности, глубокого одиночества. Его не связывают с миром никакие нравственные духовные связи. Он живет в абстрактном виртуальном мире, им созданным. И ему очень трудно уходить из этого мира, поскольку он, выходя из интернета, сталкивается с реалиями, индивидуальностью каждого другого человека. В результате таких явлений буйно цветет, процветает сегодня наркомания, алкоголизм. Люди утрачивают человеческие ценности. Человек человеку не нужен. Человек живет для себя в своем виртуальном мире. И это очень опасно для человечества. Почему? Потому что эмоции, верования человека являются судьбоносными для его судьбы. В данной ситуации уместно было бы вспомнить слова великого философа, гуманиста Махатма Ганди. Он, когда много лет провел в тюрьме, на обрывках газеты карандашом, в письмах своей дочери Индиры Ганди, написал величественную книгу, которая называется «Взгляд на всемирную историю». Без всяких источников, из головы, черпая в себе знания и божественное вдохновение, он написал совершенно уникальную философскую книгу, которая является руководством к действию человечества сегодня. В ней есть такие замечательные слова. У человека верование порождает мысли. Мысли детерминируют поступки. Поступки превращаются в привычки. Привычки человека становятся его ценностями. Ценности человека – это его судьба. Таким образом, наша судьба зависит от того, от наших эмоций, от наших верований, от нашего чувства любви к другому человеку. И в этом наша судьба. Мы должны это помнить. Мы все-таки, слава Богу, еще не превратились в киборгов, и мы еще можем зацепиться за те высокие духовные, нравственные принципы, которые создавали наши великие предшественники. Я верю в прогресс человечества, но я люблю и уважаю человеческую мудрость.